Привет, народ, с вами Ник Фрост. Добро пожаловать в Destiny 2. Что здесь происходит, я хрен узнает. Короче, летим на какую-то миссию, а я тем временем посмотрю, что здесь происходит. Значит, необычная стрела, да? То есть я могу рыться в опциях даже до момента, пока... Во, даже так. Даже так. Еще какие-то чички. А что, убиться нельзя? Бля, я так хочу. Ох, ебаный в рот! Ух ты, блин. Сами занимайтесь той всей парашей. У меня, блин, есть цель. Вот черт. Неуязвимость. Забрать добычу. У меня есть цель. Вы как хотите. Ой, не сюда. У меня есть цель. Вы там три чечика задрота или 4 50 уровня. Что хотите, то и делайте. Какой косой этот пистолет, там что-то валяется. Патроны, что ли? Окей. Так, у меня задача. Серьезный разговор. Капитан, я обнаружила несколько интересных хранилищ данных. Мне удалось создать несанкционированную учетную запись для друга-призрака. Векс решат, что он один из них. Если все пройдет как надо, они поделятся с ним своими секретами. Это было действительно очень полезно. Посмотрим, что нам удастся узнать. Я надеюсь, этого пидора 600 с чем-то урона тут нет. Точнее, 600 с чем-то, ну да, силы или чего тут. Так, секундочку. Карта показывает... Так, блин, карта, это что? Я давненько играл, призабыл. А здесь они что, не отображаются на карте? Ёпта, блин. Ну и как понять, куда... Ага. Ага, я не помню то место. А оно давно тут? Бля, реально не помню. Да его здесь не было. Чё за чмо там по мне стреляет? Горю. Щит. Горю. А если на эту прыгну, тоже загорюсь? А, они по очереди меняются, нифига себе. Щит побери. Можно их все три как-то сканить, а? Не понял. А, это те, блин. Фанаты. Платформы заряжены. Это угроза или эксперимент? Пойди пойми. Дебилизма. Стоять тут надо, оказывается. Там он кабал раскопки проводит. Ой, сейчас усядусь поудобнее. Нейро, этот вход именно то, что надо. Здесь куча данных о маневрах флота Кабал. Завала будет в восторге. Рада помочь, друг-призрак. Отмечаю новые тайники. Чё-то мне кажется, что эти сейчас исчезнут. Реально исчезли? Ну и какой? Олень вот это вызвал и не занимается ничем. То есть, когда они остановятся? Кто-то вызвал и свалил? Бля.
Кто-то вызвал и свалил. Даже не знаю, что сказать. В задницу разве что, не хочу этим заниматься. Или пойти. Или не пойти. Не, ну и в жопу. Супер Марио! Уи, по платформам. Уи. Кажется, они идут за нами. Они приняли тебя за своего. О чем ты их спросил? Ни о чем. Я поинтересовался, что они делают на этой планете. Они что, обиделись? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Так, тут просто надо теперь с этих чуваков собрать модули. Ау! Кто, бля? Где, бля? Что, бля? Умолкли, блин. Блоки данных, которые бросают вексы, они содержат ответы на мои вопросы. Возможно, они пытаются подключиться к другу-призраку, а вы, капитан, им мешаете. Мне очень жаль. Я это исправлю. Задействую на страже. Возьмите под контроль буровой модуль. Да не, нафига мне тут модуль. В жопе не идите, дорогие мои коллеги. Ну и? Чуть не совсем понимаю, как сканирование включить. Сканируйте тайники. Не понимаю. А, оно наводится вообще в какое-то другое место. Там задница. Броны закончились. Так, какой же тут сканировать? Куда тут эта стрелочка показывает? Так и помереть недолго. Так, я не вкуриваю, как это сканировать, но сейчас разберусь. Я не могу их
остановить. Они пытаются рассказать мне о запрете Вирго и о том, как его алгоритмы по ошибке попали на Марс. При чем тут вообще это? Они считают, что твоя картина мира недостаточно полна. По данным сети, они выслали помощь. Мне не нужна их помощь. Никуя не понимаю, но... Надо действовать, пока наводится. Hello. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Горю. Ну, куда теперь? Граната. Теперь я знаю, почему призрак Ашера никогда не рассказывает о встрече с эксами. Они все еще зовут меня домой. В любом случае, эти данные слишком ценны, чтобы их упускать. Наверху есть еще одна точка доступа. Иду. Друг призрак, плохая новость. Общность отправила разум Вексов, чтобы помочь тебе уничтожить капитана. Останови их. Я не смогу это сделать, но Вексам ты, похоже, очень нравишься. Ой-ё. Умирая, этот разум сказал одну вещь, что он боится. Боится твоего света. Это единственное в галактике, что он не может смоделировать. Возможно, Икора это и так знает, но я на всякий случай сообщу авангарду. Призрак, запрос отклонен. Общность Вексов надеется, что ответила на все твои вопросы. Пользователь под ником Осирис передает тебе привет. Что? О чем мне говорят? Икора должна об этом узнать. Так, задание выполнил. Кавабанга! Как бы так заныкаться, чтобы они меня не спалили и не стреляли по мне. О, какие-то чудики падают. Прям на каком-то самолете разбился. Так, М. И новая цель у меня. Ну, пусть будет это. Блин. Так, мне нужен транспорт. Ну, можно и пешочком дойти. Воскресите, то я пошел. С хера ли мне это делать? Главное никого по пути жесткого не встретить. У меня такие пушки с таким малым боезапасом. 11, 16, 3. Чё так мало? Странный, однако, в игре сингл, но механика стрельбы меня радует. Фига себе музло. Он еще какой-то cool spool. Чё ты тут вызвал этих, да? Смотри, какой терминатор. Какой-то чувак 15 уровня бегает.
Ты чё? Опух. Бил. О, да, немного отвлеклись. Зато тут нет, по-видимому, стамины. То есть можно бежать бесконечно, да? И рано или поздно я к цели прибегу. Хотелось бы рано. Чё эта штука светится так подозрительно? Какие-то кругляхи. Что за круглях? Непонятно. Вот она цель, уже где-то рядом. Блин, кто-то кого-то вызвал. Всем, кто меня слышит, тревога. Приближается объект Кабал. Вероятность того, что он связан с разведкой, 85%. И где этот Кабал? Он там? Ух ты, он, я вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. Да, погодите. Можно не успеть добежать. Там ребята, наверное, такие крутые, что все это раскидают. Так, в этих саках ведь ходить нельзя, наверное. Объект Кабал. А вот они. Разведданных им не видать. Кабал и тайная разведка? Какой забавный парадокс. Заштрикаю, бля. Ого, неуязвимый, нифига себе. Не понял, это что еще такое? Какой-то, сука, щит. Нет, в этом щите плохо. Уничтожьте псиоников. Ты псионик? А ну сюда пошел. Блин, закончились. Обидно. Так, валим с этой штуки. Но не очень приятно. Для здоровья. Но кто это активировал, не хочет мне помочь? О, один пришел. Давай, бро, тебе что там, не больно? И выманить кого, блять? Выманить какого-то, блин, лазутчика. Вот это он, кабан. То я писец, то я просто писец. Ух ты, бля.
Ага, чувака не воскресил. Вот это он сейчас обо мне думает. Всякое нехорошее. Думает, ну ты, сука, дебил. Кто-нибудь этого лазутчика поможет убить? Нет. О, кто-то шмальнул нормально. Сразу ему поплохело. Там еще кабан какой-то. Простите, все, кого не воскресил. Я новичок в этой игре. Они убегают. В результате оперативного вмешательства Кабал не удалось добыть никакой ценной информации. Корректируя оценку ваших способностей. Ого, какой крутой. Ох. Вот это чуваки тут бегают 50-х левелов. Так, что я тут раздобыл по ходу дела? 197. Блин, хочу чихнуть. Нет, только не это. Револьвер в бане. Ух ты, блин, это что еще такое? Что он от меня хочет? Я тоже так со стороны, как дебил, выгляжу. Радиус взрыва, скорость атаки, адаптивная рама. What is this? Увеличение запаса энергии клинка. Нифига себе, что это такое? Никуя себе! Какая-то хрень для ближнего боя. Хуя, бля, ва-ва, ча-ча! Вот это штукенция. Надо пойти что ли кого-то убить, например, вот этих. How do you... Нет тяжелых боеприпасов? Тут еще и патроны надо? Блять, вы че? А ну патронов мне на эту шляпу. Да сука, стой. Пока догонишь. На эту шляпу нужны были патроны, я в шоке. Ага. Фигня для ближнего боя. Вот это да. Ладно, пойду туда, куда и шел. Так, не то нажал. Как тут? Следите. Суперзаряд. Я понимаю, что это немного не туда, куда же я шел, но мало ли. Вдруг тут что-то интересное. Блин, этой фигне нужны патроны. Это же надо было, я думал, просто фигня для ближнего боя. Йоу, что тут делаете? У него есть змеёсть? Это мне не нравится. Рекомендуются силы 240. Чего, блядь, 240? Неуязвимость. Мама, спасите, помогите. 240, да вроде бы я не так уж и сильно проигрываю.
Ух ты, ё. Я вот не знаю, брать вот эти, которые не добавляют восстановления, стойкость или нахер. Брать не ниже синих. Все, решено. Берем теперь шмотки не ниже синих. Что это такое? Броня, конечно, блин, добавится капитально. Сколько я потеряю, блин. Ну, блин, почти 200 разница. А, мать его, так. Это можно разобрать? Ничего не разбирается. Вау, можно было бы типа комплект собрать. Вау, легендарные осколки. Вы получили легендарные осколки. С их помощью можно улучшить некоторые предметы или купить. Тра-та-та-та-та-та. Я молодец. Все. Офигеть. Молодец, холодец. Так, сколько они там хотят, чтобы я типа 200 валил? Ну, я уже немного подкачался. Что зассал? Так, возьмем пока эту штуку. А, хотя нет. Секундочку. С этим больше. Где тут дикий вепр? Псион. О, уже урон пошел. До этого же вообще ничего не было. А ну, граната на вас действует. О, я наношу урон. Не сильный, но урон. Так, тут главное не больше одного за раз валить. Так, секундочку. Снайпер там. Блин, что я сюда вообще залез? Ладно. А, эта штука выбрана. Так, заряжайся, блин. Ах ты, теперь я понял. Теперь я все понял. Че, крутые? А че, ближний бой хочешь? На, бля. Что за странный звук? Ух ты, там какой-то крутой дядька. Вот бы гранатомет как-то взять. А если троечку поклацать постоянно, ну не могло бы мне выбрать другое оружие? Нет. К сожалению, нет. Блин, его еще и клацать надо. Я не знаю, что я сюда заперся, но... Если я затащу, это будет круто. Собака. О, да хера собак! Минус собака. Минус собака. Минус собака. Я жив? Я жив. Круто, я ножик метнул. Ножик какой-то отстой, надо выбрать что-то другое. Прям в кумпал. Так, а что это за слюни? Я так понимаю, в них заходить нельзя? Ой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Стать бы как-то так, чтобы он не мог ко мне доколупаться. Типа в мертвую зону. Или подпрыгивать вот так и стрелять ему по голове. Уи!
Привет. Ну, я тут типа стою, меня тут типа... Что это было, блин? Прикольно. Тактика. Вот только патроны заканчиваются. Привет, ты хоть какой-то урон получаешь? Вон там снайпер есть. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их осталось 7. Молодых ребят. Рекомендуемый уровень 240. Сейчас я приду, погодь. Я сейчас приду. Так, чмы. Подозрительный, сука, звук. Неужели кто-то рядом со мной прилунился? Ближний бой — это круто, но пулять издалека все-таки как-то понадежней. О! Неуязвимость! Такие нам нужна эта штука, а теперь... О, теперь уязвимость. Я тебя задрочу сдалека. Сперва умрут твои братюни. А потом ты. А может и нет. Как бы, блин, не дохнуть с одного выстрела, а? Было бы просто очпоительно. Привет! Unreal. Unreal. Кассетная ракета Кабан. Как же его как-то так... Найти такой угол, чтобы он меня типа не мог доставать, а я его мог. Вот как это сделать? Да еще и снайпер там достает. Что это за место? Ничего тут никак нельзя. Обмануть судьбу. Вот того пидора дальнего убить бы. Я выжил! Где тут? Че, я его немного покоцал. Если он не очень быстро регенерирует, есть все шансы его убить когда-то. Вау, супер геймплей. Чё-то медленно он коцается. Вот как завалю, как получу опыта. Жаль, снова патроны заканчиваются. А тут выглядывание есть? Супер идеальную нычку нашел. Он ничего мне не может сделать. А я могу. Засал и ныкается.
А патроны-то не бесконечные? Блин, уже эти чудики повоскрешали. Да, такой ерундой страдаю, это просто не вообще фигнёй. Подойти что ли поближе? Так, братюньки, я тут к вам поближе подойду. А то вы тут уже респаун устроили. Куда крыса побежал? Тут у меня патроны заканчиваются. Крыса, блядь. А? Блин, я его, наверное, не смогу убить все-таки. На тебе ножик. Уи! Блин, вот этим бы его зарезать. Патроны закончились. Какой же я ерундой страдаю. На тебя гранату, может, поможет. Музло играет. Типа и сражения нет. Чё, половину уже отнял. Чё, оно не перезарядилось? Должно было? Будет обидно, когда закончатся патроны здесь. Бил. Вон там, кстати. Ящик вроде с годным лутом. Где-то подобрались патроны, не знаю где, но... Поблагодарим судьбу. Так, регенерейшн. Давай, регенерируй. Главное, что он отошел и не подходит. На тебе ножичек. Уи. Используем все возможности. Граната, бро. Все, что есть. Вот это бой. Сам в шоке. Блин, вот бы его вот этим. Нет, я выживу. Я выживу. О, блядь! Вы нахер гоните? Такой респ устраивать. Привет. На мечах, да? Да? Фу, блядь, я надеюсь, больше никто не воскреснет. Я чуть, блин, не укекался. От такого. И... Супер заряд готов. Сейчас я в тебя пальну. Нет, я не умру. Я не умру. Что-то он там уже. Что там в уголок прячется? Фига себе, это что такое сделал? Так, у меня патроны появились, о, не знаю откуда, но...
Тут уже фулл контакт, блин. Снова закончились. Ой, ты меня не видишь. Зарезать бы его. Блин, хочу. Хочу его зарезать. А-а-а-а! Ну, и ради чего я страдал? Этого? Да, я понимаю, что можно было сюда прийти чуть позже, чуть более вкачанным. Чё, это и всё? То есть все мои страдания ради вот этого непонятного ящика, что здесь? А отсюда они типа выходят, понятно. Да, я разочарован. Ладно, надеюсь, там что-то такое было, что прям пипец колотить, блин. Не? Боевой богомол, блин. Это жесть. Столько страданий из-за какой-то фигни. Ладно. Зато я почти 200 теперь валю. Уи. Вот теперь можно и по сюжету.